Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия создаст крупную военную базу в Африке. Российский посол в Центральноафриканской Республике Александр Бекантов заявил о возможном строительстве на территории ЦАР военной базы. В настоящее время представители Министерства обороны двух стран ведут переговоры о создании такой базы. 16 января советник президента ЦАР Фидель Нгундика заявил о том, что руководство африканской страны рассчитывает на укрепление военно-технического сотрудничества и желает, чтобы Россия построила полноценную военную базу. Правительство ЦАР уже приняло решение о выделении участка под строительство военной базы 80 километров от столицы, города Банки, в населенном пункте Беренга. По данным западных источников, в указанном населенном пункте располагалась база ЧВК «Вагнер», а еще там находится бывшая резиденция главы государства. По словам советника президента ЦАР, руководство страны рассчитывает на прием у себя до 10 тысяч российских военных, которые станут гарантом безопасности и займутся обучением местных военных. По словам Фиделя Нгундика, только наличие российской военной базы является гарантией сохранения ЦАР независимости. Если этого не случится, то в ЦАР вскоре произойдет очередной госпереворот и власть вновь перейдет к прозападным силам. Предыдущий прозападный курс ЦАР ничего позитивного самой стране не дал. По оценкам экспертов ООН, ЦАР остается одной из беднейших стран Африки, несмотря на крупные запасы урана, золота и алмазов. Проблема заключается в том, что добыча ресурсов сосредоточена в руках бандитских группировок. Бюджет страны на продаже ресурсов ничего не получает. С помощью российских военных власти ЦАР намереваются навести порядок и взять крупнейшие месторождения под государственный контроль. Министр иностранных дел ЦАР предложил российским компаниям заняться добычей урана и алмазов. Портал Africa Intelligence ранее сообщал, что Россия получила права на разработку крупнейшего в ЦАР месторождения золота Ндасима в обмен на предоставление руководству страны гарантий безопасности. Немецкий журнал Bild сообщил, что Россия занялась колонизацией стран Африки в обмен на военную поддержку. Согласно данным МИД Германии, Министерство обороны России ведет переговоры о создании морских и сухопутных военных баз в ЦАР, Судане, Египте, Мозамбике, Эритрее и на Мадагаскаре.